Дорогие друзья, с удовольствием приветствуем всех посетителей Ворошиловского торгового центра, а также наших зрителей, зрителей прямых трансляций в Ютубе и Инстаграме. С вами ваши ведущие, очаровательная Анастасия Маслова. И великолепный Андрей Янди. Всем здравствуйте. Сегодня мы собрались не просто так, а почему? Сегодня мы будем подводить итоги акции «Подарки любимым», которая проходила в период с 10 февраля по 12 марта сего года. Принять участие в ней мог любой желающий, кто достиг 18-летия, совершивший покупку на сумму от 3000 рублей в любом магазине Ворошиловского торгового центра, за исключением магазина «Перекресток». А вот что именно нужно сделать для того, чтобы стать участником акции, напомнит Анастасия. Для того, чтобы стать участником акции, нужно было совершить покупку в торговом центре Ворошиловской в любом отделе, кроме магазина «Перекресток», предоставить чек на промостойке «Подарки любимым» в центральном атриуме торгового центра, заполнить анкету, выбрать скретч-карту и получить гарантированный приз – ручку или одну из коллекционных кружек. И вот час тому назад регистрация завершилась. Последний, кто успел зарегистрироваться и получить анкету участника, это Ирина Дмитриевна Белова. Кстати сказать, друзья, она получила купон под номером 4501. А это значит, что за все время акции 4501 человек приняли в ней участие и сегодня ждут, не дождутся, что именно им улыбнется сегодня удача. Итак, что мы разыграем сегодня? Сегодня мы разыгрываем 128 призов. 48 подарочных наборов с сертификатами и подарками от партнеров акции на общую стоимость до 4000 рублей, а также 80 сертификатов на шопинг в торговом центре Ворошиловский на общую сумму 166 тысяч рублей. Итак, сегодня мы разыграем один сертификат на шопинг номиналом 30 тысяч рублей. Один сертификат на шопинг номиналом 15 тысяч рублей. Сертификат на шопинг номиналом 10 тысяч рублей. 7 сертификатов на шопинг номиналом 3 тысячи рублей. 20 сертификатов на шопинг номиналом по 2 тысячи рублей. И 50 сертификатов на шопинг номиналом 1 тысяча рублей. Всем победителям позвонят в течение 3 дней после окончания розыгрышей и пригласят для получения призов. Если вдруг кому-то не дозвонились, то проверяйте почту, которую указали в анкете. Также все номера победителей будут опубликованы в Инстаграме и Телеграм-канале Ворошиловского торгового центра. Итак, вроде бы все готово. Я обращаю ваше внимание, что сегодня вершить судьбу подарков мы будем благодаря генератору случайных чисел. Он сейчас на экране, и я прошу технического режиссера трансляции задать верхний и нижний порог генератора от 1 до 4501. Да, все происходит на ваших глазах. Ну что ж, давайте обратим внимание на экран и давайте же посмотрим, кому улыбнется удача прямо сейчас и кто получит наш первый подарок. А это сертификаты от отдела Richman и магазина Markin. Прошу нажать заветную кнопку. Поехали. Так, и это уже первый победитель. Это Алексей Иванович Пронин, номер 733. Наше поздравление. Движемся далее. Второй подарок – это сертификаты от отдела Richman и магазина Markin. Номер победителя – 3512. А мы поздравляем победительницу Ольгу Сергеевну Земцову. Третий подарок – сертификаты от отдела Richman и магазина Markin получает участник под номером 1118, Митина Анастасия Владиславовна. Мы вас поздравляем. Поздравляем. Движемся далее. Четвертый подарок. Сертификат от отдела Richman магазина Markin. И еще один победитель. Коин становится обладателем анкеты за номером 1302, Павел Александрович Гудков. Павел Александрович, наши поздравления. Движемся далее. Сертификаты от отдела Richman и магазина Markin получает участник под номером 2978. Надежда Николаевна Талдыкина. Надежда Николаевна, поздравляем. И сразу вращаем генератор случайных чисел. Далее шестой подарок. Это сертификат от отдела Richman магазина Markin. Победитель Татьяна Алексеевна Байдунник, номер 3191. Татьяна Алексеевна, примите наше поздравление. Дальше. Седьмой подарок. Сертификаты от отдела Richman и магазина Markin получает участник или участница под номером 1067. Никита Андреевич Нефедов. Поздравляем вас.
Поздравляем, Никита Андреевич, и движемся далее. Сертификаты от отдела Richman, от магазина Markin. 7 секунд вращается генератор случайных чисел. И вот результат. 1389. Татьяна Ивановна Потапова. Татьяна Ивановна, подарок ваш. Девятый подарок. Сертификаты от магазина Access и отдела Гэри Вебер, а также отдела Бетти Барклай и Инканта получает участник под номером 2727 Алексей Леонидович Лапаев. Поздравляем вас! Движемся далее. Подарок за номером 10. Сертификат от магазина Access, отдела Гэри Вебер, отдела Бетти Барклай и магазина Инканто. Победитель Елена Александровна Ават, номер 2701. Елена Александровна, подарок ваш. Одиннадцатый подарок. Сертификат от магазина Access, отдела Гэри Вебер, отдела Бетти Барклай и Инканта получает участник под номером 2038. Поспелов Роман Иванович. Наши поздравления. И продолжаем далее. Двенадцатый подарок. Также сертификат от магазина Access, отдела Гэри Вебер, отдела Бетти Барклай и магазина Инканто. Нина Васильевна Рушманова, номер 1134. Нина Васильевна, поздравляем вас от всего сердца. Движемся далее. Идем дальше. Сертификаты от магазина Access, отдела Гэри Вебер, отдела Бетти Балклай и Инканта получает участник под номером 1097 Андрей Андреевич Сарафанов. Наши поздравления. И сразу вращаем генератор далее. Обращаю ваше внимание, что сегодня мужчин почему-то подавляющее большинство. Да. Среди победителей нетипичная картина. Смотрим, что сейчас. Кристина Павловна Винокурова, номер 684. Вы забираете сертификат от магазина Access, Гэри Вебер, Бетти Барклай, а также магазина Uno Woman и отдела Ardia Star. Поздравляем. Движемся далее. Это, между прочим, уже 15-й подарок. Сертификат от магазина Access, отдела Гэри Вебер, отдела Бетти Барклай, магазина Uno Woman и отдела Ardia Star получает участник под номером 989 Елена Игоревна Недожогина. Поздравляем вас! И вот подарок номер 16, набор сертификатов от магазина Access, отдела Гэри Вебер, отдела Бетти Барклай, магазина Uno Woman и отдела Ardia Star. Победитель Елена Васильевна Жибурт, номер 2495. Елена Васильевна, вы победили. Забирайте. 17-й подарок. Сертификаты от магазина Access, отдела Гэри Вебер, отдела Бетти Барклай, магазина Uno Woman и отдела Ardia Star получает участник под номером 4357 Андрей Андреевич Коломоец. А мы поздравляем. Не сертификат от магазина Access, отдела Гэри Вебер, отдела Бетти Барклай, магазина Uno Woman, отдела Ardia Star. Забирает всю эту кипу подарков Кристина Сергеевна Холманова, номер 1548. Кристина Сергеевна, наши поздравления. Идем далее. 19-й подарок. Сертификаты от магазина Access, отдела Гэри Вебер, отдела Бетти Барклай, магазина Uno Woman и отдела Ardia Star получает участник под номером 1412 Пархоменко Татьяна Витальевна. Татьяна Витальевна, наши поздравления. Не задерживаемся ни на секунду. Сертификат от магазина Access, отдела Гэри Вебер, отдела Бетти Барклай, Uno Woman, Ardia Star достаются Анне Анатольевне Непочатой. Номер 4092. Наше поздравление. Следующий подарок. Сертификаты от магазина Access, отдела Гэри Вебер, отдела Бетти Барклай, магазина Uno Woman и отдела Ardia Star получает участница под номером 863. Мелехова Нина Ивановна. Нина Ивановна, мы вас поздравляем от всей души. И движемся далее. 22-й подарок. Сертификат от магазина Access, Гэри Вебер, отдела Бетти Барклай, от магазина Uno Woman, отдела Ardia Star. И наш победитель Ольга Вячеславовна Гаврикова, номер 3187. Поздравляем. Идем далее. 23-й подарок. А именно сертификаты от магазина Access, отдела Гэри Вебер, отдела Бетти Барклай, магазина Uno Woman и отдела Ardia Star получает участница под номером 1445. Анна Владимировна Порабочая. Да, порабочая. Поздравляем вас. Анна Владимировна, наше поздравление. Движемся далее. У нас немножечко изменился набор партнеров в подарок. Сертификат от ресторана «Скузи» и магазина «Тамарис». Смотрим, кому достается. Дарья Викторовна Белолипецкая, номер 3019. Дарья Викторовна, кому-то скоро следовать в ресторан «Скузи».
Идем далее. 25-й подарок, а именно сертификаты от ресторана «Скузи» и магазина «Тамарис» получает участник под номером 2789 Лукьянова Наталья Викторовна. Наталья Викторовна, наши поздравления летят в ваш адрес. 26-й подарок, сертификаты от магазина «Тамарис» и отдела «Далмарк» достаются победителю, обладателю анкеты за номером 3150 Валерии Александровне Агеевой. Валерия Александровна, поздравляем. И движемся далее. Сертификаты от магазина «Пьянта» и отдела «Далмарк» получает участник под номером 1450 Наталья Александровна. Наталья Александровна Харунжа. Наталья Александровна, поздравляем. Движемся далее. Сертификат от магазина «Пьянта», отдела «Магдалина», книжного магазина «Открытая книга» и отдела «Мята». Вот такой набор достается Ольге Ивановне Чинчаковской. Номер 1336. Наше поздравление. И мы уже на 29-м подарке. Сертификат от магазина «Пьянта», отдела «Магдалина», книжного магазина «Открытая книга» и отдела «Мята» достается участнику с номером 3911. Татьяна Алексеевна Калинина, мы вас от всей души поздравляем. Итак, финал акции «Подарки любимым» в разгаре. 30-й подарок, сертификаты от отдела «Далмарк», отдела «Магдалина», книжного магазина «Открытая книга» и отдела «Мята» достаются Никите Владимировичу Хаустову, номер 422. Никита Владимирович, забирайте. Ну что ж, прежде чем мы продолжим, я напоминаю, что всем победителям позвонят в течение 3 дней. Если вдруг вам не дозвонились, проверяйте свою электронную почту, которую вы оставляли в анкете. Также все номера победителей будут опубликованы в Инстаграме и Телеграм-канале Ворошиловского торгового центра. Да, но опыт показывает, что у нас все четко, как в аптеке, и каждый подарок обязательно доходит до своего адресата. Движемся далее. Подарок за номером 31. Сертификаты от отдела «Далмарк», отдела «Магдалина», книжного магазина «Открытая книга» и отдела «Мята». И победитель — Татьяна Александровна Поручаева, номер 3767. Движемся далее. 32-й подарок. Сертификаты от отдела «Далмарк», отдела «Магдалина», книжного магазина «Открытая книга» и отдела «Мята» достаются участнику с номером 988. А это Людмила Валерьевна Триголосова. Да, все верно, Людмила Валерьевна. Поздравляем вас. Души. Сертификаты от магазина «Перфео», отдела «Далмарк» и отдела «Ориент Техно». Победителем становится обладатель анкеты номер 60 Юлия Александровна Маликова. Юлия Александровна, вы являетесь победителем и обладателем подарка за номером 33. Запомните. 34-й подарок. Сертификаты от магазина «Перфео», отдела «Далмарк» и отдела «Ориент Техно» достаются участнику с номером 1780 Елене Борисовне Соколовой. Елена Борисовна, поздравляем вас и движемся далее. Прощаем генератор случайных чисел. Сертификат от магазина «Перфео», отдела «Далмарк» и отдела «Ориент Техно» достаются Эдгару Гургеновичу Макарчану, номер 2089. Эдгар Гургенович, наше поздравление. Идем далее. 36-й подарок. Сертификаты от магазина «Перфео», отдела «Далмарк» и отдела «Ориент Техно» достаются участнику с номером 1177. Светлана Владимировна Аверинская, поздравляем вас. Вы стали победителем. Номер 37. Сертификат от магазина «Перфео», отдела «Далмарк», отдела «Ориент Техно». Каждый раз произношу и каждый раз делаю это с удовольствием. Победитель — Роман Николаевич Быковский, номер 2141. Роман Николаевич, поздравляем. 38-й подарок. А это сертификаты от отдела «Сваровски», от сети химчисток «Золушка» и отдела «Мята» достаются участнику с номером 4349. Ирина Александровна Кизенек, поздравляем вас, вы стали победителем. Движемся далее. Вращаем генератор. Подарок номер 39. Сертификат от отдела «Сваровски», от сети химчисток «Золушка» и от отдела «Мята». Вот еще один набор подарков, который достается Маргарите Игоревне Ромасеевич. Номер 4188. Да, все верно. Маргарита Игоревна, поздравляю. Сертификаты от отдела «Сваровски», от сети химчисток «Золушка» и отдела «Мята» достаются участнику с номером 3683. Светлана Олеговна Ситникова. Номер 41. «Сваровски», «Золушка», «Мята». Для последних нескольких разов
традиционный набор. Победителем же становится Анастасия Валерьевна Красюкова, номер 923. Наши поздравления. Движемся далее. 42-й подарок. А это сертификаты от отдела Сваровский, от сети химчисток «Золушка» и отдела «Мята» достаются участнику под номером 3973. Екатерина Юрьевна Копасова. Наши поздравления. Да, движемся далее. Номер 43. Сертификат от отдела «Ричмен» и подарок от салона «Кавалер». Интересно, что происходит сейчас по ту сторону экрана. Я думаю, кто сейчас обрадовался. Елена Александровна напряжение. Афанасьева, номер 35. Движемся далее. 44-й подарок. Сертификаты от магазина «Велларс», от магазина «Акула» и подарок от салона «Кавалер» достается участнику под номером 325. Медяник Владимир Александрович, мы вас от души поздравляем. Думаю, медяник Владимир Александрович, в любом случае подарок вам и в том, и в другом случае гарантирован. Движемся далее. Номер 45. Сертификат от магазина «Велларс», от магазина «Акула» и подарок от салона «Кавалер». Победителем же становится Гамидова Христина Александровна, номер 1076. Вот так незаметно мы добрались до 46-го подарка. Здесь сертификат от магазина «Велларс», от магазина «Акула» и подарок от салона «Картин Веста». И этот набор достается участнику с номером 4454. Ольга Александровна Чукина, поздравляем вас! Номер 47. Сертификат от магазина «Велларс», от магазина «Акула» и подарок от салона «Картин Веста» достаются победителю, обладателю анкеты номер 665, Оксане Николаевне, думаю, что Королевой, скорее всего. Да, Оксана Николаевна, подарок ваш. Следующий набор сертификатов, а именно от магазина «Велларс», от магазина «Акула» и подарок от салона «Картин Веста» достаются участнику под номером 2670. Степан Юрьевич Липкевич, наше поздравление именно для вас. И не просто аплодисменты, а громкие аплодисменты по той простой причине, что это был последний подарок от партнеров акции. Итак, сейчас, друзья, мы сделаем маленький перерыв, буквально 3 минуты, и перейдем к самому интересному, а именно к сертификатам на шопинг от Ворошиловского торгового центра. Кто же станет этим счастливчиком, узнаем через 3 минуты. Угу. До встречи, друзья. Всем. И перед тем, как мы уйдем на перерыв, хотелось бы выразить огромную благодарность нашим замечательным арендодаторам за то, что поддержали идею этой акции и выделили нам призы, а также подарочные сертификаты. Спасибо вам большое. 3 минуты. Встречаемся через 3 минуты.
Ну вот, молодцы, что дождались, молодцы, что не разошлись. Мы снова здесь, в Ворошиловском торговом центре, где мы подводим итоги акции «Подарки любимым». И прямо сейчас, друзья, у нас на руках 80 сертификатов номиналом от 1 до 30 тысяч рублей. И прямо сейчас мы узнаем имена тех счастливчиков, которые заберут сегодня сертификаты на различные суммы на замечательный шопинг от Ворошиловского торгового центра. Ну что ж, приступим. Давайте запустим генератор случайных чисел и узнаем, кто же станет первым обладателем сертификата на шопинг в торговом центре «Ворошиловский» на сумму 1 тысяча рублей. И это участник с номером 470, Наталья Ивановна Черкесова. Мы вас поздравляем, Наталья Ивановна. И движемся далее. Напоминаю, что в данную минуту у нас 4501 участник. А следующим обладателем сертификата на 1000 рублей становится Инга Михайловна Яковлева, номер 3274. Сертификат на ту же сумму, 1000 рублей, достается участнику под номером... Прямо сейчас мы узнаем, кто стал. Под номером 1199 Светлана Викторовна Шлепкина. Светлана Викторовна, поздравляем, движемся далее. Вас ждет сертификат на 1000 рублей, ровно такой же, как и такой же сертификат, который достается следующему победителю Юлии Сергеевне Ревбе, номер 705. Юлия Сергеевна, поздравляем, приходите за вашим сертификатом. Сертификат на 1000 рублей достается участнику под номером 606, Юлия Ивановна Дагаева. Этот сертификат ваш. Продолжаем, друзья, продолжаем разыгрывать сертификаты на шопинг в Ворошиловском торговом центре. Сертификат на 1000 рублей достается Виктории Алексеевне Кобликовой, номер 4313. Вижу, после далее. Этого скажет, что 13 несчастливое число. Абсолютно не согласимся. Сертификат на 1000 рублей достается... Участнику под номером 1943 Ирина Алексеевна Викторова. Мы вас поздравляем. Этот сертификат ваш. Идем далее. Цифра 1943 для всех жителей нашего города особая. Итак, сертификат на 1000 рублей на шопинг в Ворошиловском торговом центре достается участнику номер 301 Галине Ивановне Фридман. Галина Ивановна, поздравляю вас. Еще один сертификат с номиналом 1000 рублей. И его счастливый обладатель – это участник под номером 32, Светлана Юрьевна Светлова. Поздравляем вас! Вращаем вновь генератор. Напоминаю, что всего сертификатов 80. Так что мы только в начале пути. Сертификат на 1000 рублей достается Анне Дмитриевне Логвиной, номер 2370. Анна Дмитриевна, наше поздравление. Идем далее. Сертификат на шопинг в торговом центре Ворошиловске на 1000 рублей достается участнику с номером 4369. Это Мелейке Галипкызы Искендерова. Мелейке Галипкызы, уважаемые, мы вас поздравляем. Этот сертификат ваш. Движемся далее. Напоминаю, что вместе с сертификатом вас ждет шопинг на однозначно упомянутую там сумму. В данном случае на 1000 рублей. И достается он участнице номер 1629 Татьяне Сергеевне Минаевой. Татьяна Сергеевна, сертификат и шопинг ваш. Далее. Сертификат с таким же номиналом, но участник его будет под номером 2209. Анна Владимировна Седан. Анна Владимировна, это ваш сертификат. Поздравляем. Поздравляем, присоединяюсь к поздравлению и уже в нетерпении назвать следующего победителя, обладателя сертификата на 1000 рублей. Им становится участница номер 2190 Анна Анатольевна Кусикова. Анна Анатольевна, поздравляем. Далее. Сертификат на шопинг в торговом центре Ворошиловский на 1000 рублей достается участнику под номером 1403 Светлана Леонидовна Красовская. Этот сертификат ваш. Движемся далее. Вновь вращается генератор случайных чисел в поисках победителя, обладателя сертификата на шопинг на сумму 1000 рублей. И им становится Андрей Сергеевич Кусайко, номер 2638. Поздравляем вас. Далее сертификат с номиналом 1000 рублей достается участнику, у которого номер анкеты 1924. Ольга Николаевна Завражнова. Поздравляем вас.
Со скоростью вращения цифр нашего генератора достаем следующий сертификат на 1000 рублей и вручаем его Баканову Дмитрию Вадимовичу, номер 1158. Дмитрий Вадимович, вместе с поздравлениями сертификат на 1000 рублей ваш. Сейчас узнаем, кому достанется следующий сертификат на номиналом 1000 рублей. И это участник под номером 1837, Марина Александровна. Мария Александровна. Мария Александровна, да. Мария Александровна, поздравляем. Движемся далее. Вновь зашелестели циферки. Сертификат на 1000 рублей достается Волкову Максиму Борисовичу, номер 2122. Поздравляем вас. Обращаю твое внимание, что ровно через 100 лет 2122 будет как притча во языцах. Итак, следующий участник, номер 2259, Олеся Владимировна Чинская. Олеся Владимировна, этот сертификат на 1000 рублей достается именно вам. Движемся далее. Много у нас еще сертификатов. Много. На 1000 рублей и на прочие суммы, но о них чуть позднее. Ну а пока сертификат на 1000 достается Анне Валентиновне Архиповой, номер 2107. Анна Валентиновна, примите мои поздравления. Давай узнаем, кто станет обладателем вот этого сертификата на 1000 рублей. И это будет участник, у которого анкета была под номером 646, Василий Владимирович Рясин. Поздравляем вас! Автолюбители это называют зеркальным номером. Ну а мы движемся далее. Следующий номер, может быть, не будет зеркальным, но не менее счастливым, это точно. 4014, Анастасия Васильевна Васильченко. Поздравляю вас! Поздравляем и движемся далее. Сертификат, номинал все тот же, 1000 рублей, но участник, выигравший его, будет под номером 1173. Ксения Михайловна Шукшенцева. Поздравляем вас, Ксения Михайловна. Этот сертификат ваш. Движемся далее, уже вращаются цифры нашего генератора. Сертификат на 1000 рублей достается Евгении Ивановне Руденко, номер 1682. Евгения Ивановна, поздравляем вас. Еще один прекрасный сертификат номиналом 1000 рублей. Победителем становится участник под номером 886, Кан Анна Александровна. Этот сертификат ваш, поздравляем. Продолжаем. Еще один сертификат на 1000 рублей. Заметь, Анастасия, еще никто радостно не вскрикнул в Ворошиловском торговом центре, значит, среди присутствующих наших участников нет. Ну а следующий сертификат отправляется участнице номер 3383, Екатерине Львовне Колгановой. Екатерина Львовна, забирайте сертификат. Еще один сертификат с номиналом 1000 рублей достается участнику под номером 2377. Сивков Сергей Валерьевич, поздравляем вас от души. Этот сертификат ваш, а мы идем далее. Далее. Подводим итоги акции «Подарки любимым». Запускаем генератор случайных чисел в поисках победителя, обладателя сертификата на шопинг на 1000 рублей. Им становится Антюфеева Екатерина Владимировна, номер 2785. Наши поздравления. Еще один сертификат номиналом 1000 рублей на шопинг в торговом центре Ворошиловский достается участнику под номером 2627, Людмила Козлова. Поздравляем, это ваш приз. И вновь сертификат, и вновь шопинг на 1000 рублей. Но на сей раз победителем становится Екатерина Андреевна Олейник, номер 4496. Наши поздравления. Сертификатов становится все меньше, но достаточно для того, чтобы определить следующего победителя. Это будет участник под номером 2673. Алина Михайловна Коломенская, возможно. Поздравляю вас, и этот сертификат ваш. С каждым разом, когда ваш сертификат не выпадает в генераторе случайных чисел, увеличивает ваши шансы на следующий сертификат. Итак, сертификат на 1000 рублей достается Анастасии Анатольевне Раевской, номер 551. Наше поздравление. Идем далее. Такой же сертификат. Номинал 1000 рублей на шопинг в ТЦ Ворошиловский достается участнику под номером 3871. Владислав Андреевич Ващенко. Ващенко, поздравляем вас. Движемся далее. И вновь вращается генератор случайных чисел. На кону сертификат на 1000 рублей. И достается он Ольге Александровне Чекулаевой, номер 3168. Наше поздравление. Движемся далее. Сертификат номиналом 1000 рублей достается участнику под номером 1707. Шрамко Оксана
Владисировна. Владисировна, все верно. Владисировна. Оксана Владисировна, поздравляем. Этот сертификат ваш. Движемся далее. И вновь сертификат на 1000 рублей на кону. Достается он в данную минуту Екатерине Николаевне Симакиной. Ее номер 4029. Номер, который стал для вас счастливым. Екатерина Николаевна, поздравляем. Кому же достанется следующий сертификат? Это будет участник под номером 2704. Вероника Ивановна Безуглова. Поздравляем вас. Этот сертификат ваш. Движемся далее. В поисках победителей мне, как человеку, который никогда в жизни ничего не выигрывал, особенно приятно сообщать победителям о том, что им становится Дмитрий Николаевич Репин. Его номер 4194. Дмитрий Николаевич, вы победили. Сертификат на 1000 ваш. Забирайте. Еще один сертификат на 1000 рублей. Участник, который его забирает, под номером 148, Татьяна Николаевна Гребенькова. Поздравляем вас. Гребенькова, я думаю, скорее всего, а может быть и Гребенькова. В любом случае, каждый знает хорошо свой номер, как, надеюсь, знает его Светлана Николаевна Луговская, номер 4435. Светлана Николаевна, вы выиграли сертификат на шопинг на сумму 1000 рублей. Вот он. Следующий сертификат номиналом 1000 рублей. Участник под номером 4278, Наталья Геннадьевна. Поцелуйка, да? Такая прекрасная фамилия. Такая трогательная, ваш. Няшная фамилия, которая, как нельзя кстати, подходит к моменту, к победе. Движемся далее. Следующий сертификат на 1000 рублей достается Виктории Эдуардовне Аксеновой, номер 2203. Виктория Эдуардовна, вы победитель, вы обладатель сертификата на шопинг на сумму 1000 рублей. У нас есть еще один сертификат на 1000 рублей, достанется он участнику под номером 866. Пустоваловой Елизавете Юрьевне. Поздравляем вас. Этот приз ваш. Через минуту-другую Анастасия скажет, что сертификаты на 1000 рублей закончились. Переходим к суммам выше. Ну а пока сертификат на 1000 рублей достается Бодровой Елизавете Викторовне, номер 1916. Еще есть сертификаты на 1000 рублей, и он достанется участнику под номером 2499. Игорь Александрович Швец, поздравляем вас. Этот приз ваш. Номер 499 немножечко похож на акцию в гипермаркете, но стал счастливым. Следующий сертификат достается Концедалову Дмитрию Николаевичу, его номер 1710. Дмитрий Николаевич, поздравляю, вы победили, сертификат ваш. Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» на 1000 рублей достается участнику под номером 3809. Раиса Андреевна, мы вас поздравляем. Движемся далее. Вращаем генератор случайных чисел, который поможет нам узнать победителя, обладателя сертификата на 1000 рублей. Им становится Олег Викторович Акимов, номер 759. Наше поздравление самое искреннее. Хочу сказать, что это был последний сертификат на 1000 рублей, но не стоит расстраиваться, потому что теперь сертификат на 2000 рублей. Достается он участнику под номером 1586. Карина Антоновна Царенко. Этот сертификат ваш. Поздравляем. Ах, Анастасия, звезда моя, кто же расстраивается от той информации, что приз становится в два раза выше. 2000 рублей, друзья. Потрясающий шопинг достается Марине Анатольевне Буровой, номер 3231. Марина Анатольевна, поздравляем вас. Сертификат номинал 2000 рублей достается участнику под номером 2512. Сидорова Елена Владимировна, поздравляем. Этот сертификат ваш. Движемся далее. Сертификат на шопинг на сумму 2000 рублей достается Марии Дмитриевне Бирючатниковой, номер 351. Мария Викторовна, Дмитриевна, этот подарок ваш. Сертификат на 2000 рублей. И следующий участник, счастливый участник под номером 2818, Татьяна Геннадьевна Болушева. Болушева. Поздравляем вас. Сертификат ваш. Движемся далее. Сертификат. Шопинг 2000 рублей. И победитель Александр Павлович Погорелов, номер 1786. Александр Павлович, этот подарок ваш. Сертификат на 2000 рублей достается участнику с номером 1932. Анастасия Анатольевна, поздравляем. Это ваш сертификат. Поехали далее. И вновь 2000 рублей.
Таков номинал сертификата на шопинг от Ворошиловского торгового центра. Он достается Элле Александровне Косиновой. Ее номер 295. Вместе с сертификатом наши самые искренние поздравления. Еще один сертификат. Номинал 2000 рублей. И участник, которому достанется под номером 3009. Ильян Юрьевич. Эрен Дженов, Адиан Юрьевич, поздравляю вас. Номер 3009. Поздравляем. Движемся далее. Движемся далее. Следующий номер участника финала нашей акции «Подарки любимым» — номер 4335. Ну а победительницу зовут Галина Сергеевна Ситникова. Галина Сергеевна, поздравляем вас. Движемся далее. Сертификат на 2000 рублей достается участнику, у которого анкета была с номером 441. Светлана Викторовна Редникова, поздравляем. Этот сертификат ваш. Что там, Анастасия, много еще сертификатов еще на 2000? Еще есть 2000 Еще пока рублей. Хватит на наш век. Ну что ж, тогда очередной сертификат на шопинг на сумму 2000 рублей отправляем. Виктории Викторовне Евдоковой, номер 284. Поздравляем. Сертификат с номиналом 2000 рублей на шопинг в ТЦ Ворошиловский достается участнику под номером 2644. Светлана Николаевна Корнилова, поздравляем. Этот сертификат ваш. Откладывает только что разыгранный, доставай следующий, сумма его 2000 рублей. Ну а я радую победительницу Нину Николаевну Винокурову, номер 740. Нина Николаевна, ну поздравляем, всего сердца. Номинал 2000 рублей, сертификат на шопинг в ТЦ Ворошиловский достается участнику с номером 792. Анна Борисовна Карелина, поздравляем, это именно ваш приз. Продолжаем, друзья, продолжаем искать имена победителей, участников акции «Подарки любимым». Следующим победителем становится Евгения Геннадьевна Степанова. Ее номер 1417. Нам остается поздравить Евгению Геннадьевну с победой и пригласить в скором времени забрать свой сертификат. Узнаем, кто же станет следующим счастливчиком, обладателем этого сертификата на 2000 рублей. И это будет участник с номером 4427. Клинова Юлия Олеговна, поздравляем от всего сердца. Продолжаем, продолжаем. 2000 на кону, а точнее шопинг на 2000. И достается сертификат Ольге Сергеевне Гридиной. Номер участницы 2529. Наше поздравление, Ольга Сергеевна. Еще один сертификат, номинал все те же 2000 рублей, но победитель с номером 387, Тамара Артуровна Сильверстова. Поздравляем от всей души и скажу, что это последний сертификат на 2000 рублей. Барабанная дробь, завершающий сертификат на шопинг на 2000 рублей забирает Юлия Анатольевна Бородай, номер 695. Юлия Анатольевна, ждем вас на шопинг. Разыгрываем сертификат на сумму 3000 рублей. И достанется он участнику, анкета которого была под номером 2046. Зиновьева Анжелика Михайловна, поздравляем от всей души. Можно сказать, трижды поздравляем трижды вас, учитывая сумму, на которую вам предстоит в скором времени произвести шопинг в Ворошиловском торговом центре. Следующий сертификат достается Наталье Викторовне Леониде, номер 2329. Наталья Викторовна, сертификат на 3000 рублей ваш. Сертификат на сумму 3000 рублей на шопинг в ТЦ Ворошиловском достается участнику с номером 3521, Михаил Александрович Фурманов. Поздравляем от всей души, давненько, этот сертификат ваш. Давненько не слышал я мужских имен, да, и вот, наконец, Михаил Фурманов. Движемся далее, сертификат на 3000 рублей достается победительнице, ее зовут Мушфига Алискеркызы Мурадова. Мы поздравляем вас, ну а номер победительницы был на экранах, и вы наверняка счастливым его запомнили. Еще один сертификат на 3000 рублей и победитель с номером 2028. Валерий Витальевич Бармин. Поздравляем вас. Этот сертификат достается именно вам. Везет вам, Анастасия, сегодня на участников мужского пола. Вращаем далее. Генератор случайных чисел. Сертификат на шопинг на сумму 3000 рублей достается победителю Екатерине Юрьевне Радик. Номер 1462. Это последний сертификат на 3000 рублей. И участник, которому он достанется, с номером 712, Докушева Елена Андреевна. Поздравляем! Этот сертификат ваш.
Далее разыгрываем сертификат на 10 тысяч рублей. Авангардом пошли. 10 тысяч рублей. У меня фантазия. Остановись. Я сразу начал представлять, что я возьму на 10 тысяч рублей. А я не являюсь участником акции. Зато является ее участником Михаил Владимирович Потутин. И мало того, что является участником, еще и побеждает. Его номер 809, а его сертификат на сумму 10 тысяч рублей. Далее, номинал только увеличивается, сертификат на 15 тысяч рублей. Кто же станет обладателем этого сертификата? Это Анастасия Владимировна Решетникова, номер 2075. Анастасия Владимировна, мы вас поздравляем. Искренне от всего сердца, вот белой завистью завидую и желаю вам великолепного шопинга. Ну что? Подожди, паузу, барабанную дробь. Глубокий вдох. Сертификат на 30 тысяч рублей. Ну что, хором? Давай. Форум объявляем. Итак, друзья, великолепный шопинг в Ворошиловском торговом центре на сумму 30 тысяч рублей достается Марине Игоревне Степановой, номер 1074. Поздравляем вас, Марина Игоревна, от всей души, а также всех участников, которые сегодня посчастливилось стать обладателями призов от ТЦ «Ворошиловский». Мне остается напомнить, что в акции приняли участие 4501 человек. А мы сегодня разыграли 128 подарков, из них 80 сертификатов на шопинг на различные суммы от 1 до 30 тысяч рублей. Ворошиловский торговый центр поздравляет всех победителей. Пусть ваше настроение будет прекрасным каждый день. Конечно же, вместе с нами. Также хотим поблагодарить наших арендаторов, которые всегда поддерживают идеи Ворошиловского торгового центра и выделяют замечательные подарки. А все для того, чтобы радовать вас, наши дорогие зрители. Еще раз напоминаю, что со всеми победителями обязательно свяжутся в течение 3 дней. Все верно, в течение 3 дней по окончанию розыгрыша и обязательно пригласят вас приехать и забрать ваши призы. Если вдруг кому-то не дозвоняться, то обязательно проверяйте почту, которую вы указали в вашей анкете. Также все номера победителей будут опубликованы в Инстаграме и Телеграм-канале Ворошиловского торгового центра. Следите внимательно. Мы же завершаем нашу трансляцию. Напоминаю, что сегодня счастливые имена, счастливые цифры с счастливого генератора случайных чисел называли, причем делали это с удовольствием, мы, Анастасия Маслова и Андрей Яндинов. Еще раз поздравляем всех победителей. До новых встреч, друзья. До новых встреч.